Итак, продолжение. Бабушкинский район. Улица Стартовая. Показываю, как делают дороги в настоящее время. Армянский вариант, как я и говорил. Вот так. Вот так сделана вся улица. А вот старый асфальт, если в нем покопаться, в нем ровно 10 сантиметров. Ну и так далее. Разводится крошка, которую только что сняли, и кладется обратно. Вот так вот, лопатками. Вот так. Вот таким образом. Хорошо, что снизу есть основание от прошлых времен. Потом все это рассыпется в течение года. Привет депутатам Бабушкинского района.